Скажите, пожалуйста, канал «Настоящее время», да, почему вы здесь? Это не прямой эфир сейчас, это запись. Я здесь, потому что устал терпеть этот беспредел. Я пытаюсь выживать всяческими способами. В Петербурге я не по собственной воле, меня заставили по работе сюда переехать. Уже второй год, долги только растут, жена развелась со мной, алименты. Аренда квартиры, все это съедает весь мой бюджет. И каждый месяц я становлюсь все беднее, и при этом я открываю YouTube и вижу, как моя же компания заплатила 4,3 миллиарда рублей в этот общак. Компания большая. А если не секрет, какая? Транснефть. А как вас зовут? Александр. А фамилия если? Павлов. Александр, а вы откуда? Я родился в городе Великие Луки, 28 лет там прожил. Потом Великолукское районное нефтепроводное управление закрыли, насильно нас сюда перевезли. Это ваша первая акция? Акция? Нет, вторая. Я 5 мая 2017 года выходил на акцию «Нам не царь». Как можете оценить действия силовиков? Ну, пока что не очень страшные, но мне удручает их вид, собственно. Я вот, они же, большинство из них, я думаю, понимают, что они делают. Они сами вот тут бегали с улыбками, они для них как... Ну, я служил в армии, понимаю, как все это... Все понимают, как Алексей Пивоваров говорит в своем блоге. Поэтому я здесь, потому что я устал, честно. Вот я устал. Позавчера я напился, плакал. Но я в безвыходной ситуации, правда. И поэтому, ну, я боялся. Я до последнего не мог решить, идти мне на акцию или нет. Но я решил, что терять мне, собственно, нечего.